Всем привет, друзья! Сегодня мы побываем с вами на одном из самых красивых мест города Владивостока. Это гора Роза Ветров, которая находится рядом с Седанкинским водохранилищем. Доехать на него можно на машине, подъехав к почти подножью самой горы, и подняться пешком придется в самую гору немного, но гора будет очень резкая. Либо подъехать на остановку, ботанический сад, город Владивостока называется, пройти в нее внутрь леса ботанического сада, и там по дорогам, которые нахожены, натоптаны туристами, пройтись до этой горы. Следующий вариант, как можно добраться до этого красивого места города Владивостока, можно приехать на автомобиле и заехать практически на саму гору по дорожке, которая ведет к коттеджным поселкам, расположенным на Седанке, чуть выше Седанки. Здесь в конце дороги припарковать автомобиль и пойти вдоль скалы по также нахоженной тропинке прямо к самой скале Роза Ветров. Буквально рядом с городом Владивостоком расположены красивейшие леса, которые особенно живописны в осенний период. Буйство ярких красок поражает воображение, а самое интересное в том, что далеко ехать не надо. Уже в 10 километрах от города можно встретить завораживающие осенние пейзажи. Гора Роза Ветров расположена на выезде из города. С нее открывается обзорный вид на Седанкинское водохранилище, Амурский залив, Ковришку, что виднеется вдали по центру залива. Рядом проходит объездная дорога на аэропорт. Воздух здесь прозрачный и свежий, несмотря на близкое соседство с оживленной транспортной артерией. Наверное, этому способствует морской бриз. Дорогой зритель, ставь лайк, подписывайся на канал и увидимся в новых видео. Еще больше красивых и интересных пейзажей рядом с городом Владивостоком и Приморским краем, а может быть